представляет экранизацию романа «Сорвавшийся Дракула». Ваш герой Александр Моррис приезжает в Лондон, чтобы расследовать обстоятельства таинственной гибели своего брата. Из дневника Александра можно узнать, что в Лондоне он повстречал прекрасную девушку, которая должна была стать его невестой. Отправляетесь к ней и узнаете, что ее отец скоропостижно скончался от сердечного приступа. В его руке остался странный клочок белой материи. Не менее таинственная смерть, чем гибель брата. Далее, ваши поиски приводят вас в престижный клуб, где вы узнаете немало любопытных. Газеты также служат отличным источником информации. Разъезжая по Лондону в кэбе, вы видите, что в городе творится что-то непонятное. То там, то здесь находятся обескровленные трупы. Лондон полон слухами. Жители начинают бояться выходить на улицу. Но шаг за шагом вы приближаетесь к раскрытию страшной тайны. Интерфейс этой игры напоминает интерфейс игры «Детектив-консультант». Вы сверяетесь со своим дневником и записной книжкой, который по мере расследования пополняется новыми адресами. Обратите внимание на то, что в отличие от большинства подобных игр, эта игра происходит в реальном времени. При наступлении ночи вам необходимо оказаться в своем доме, иначе вас ждет участь одной из жертв князя Дракулы. Игра рассчитана на любителей мистических сюжетов и оставляет незабываемые впечатления благодаря технике живых актеров, декорациями музыки, отражающим сумрачную атмосферу происходящих событий. Хорошо, если у вас аналитический ум и крепкий нерв. Для этой игры необходим IBM-совместимый компьютер, привод CD-ROM-ов, 4 мегабайта оперативной памяти, Super VGA-монитор, звуковая карта и манипулятор-мышь. Дополнительную информацию по игре можно получить, как всегда, по московскому телефону 434-2060. А в следующей программе мы представляем...